О преподобным и богоносным отцем нашим, за сими Савватия Германом, Соловецким чудотворцем помолимся. Преподобные отцы наши, за сими Савватия Германи, молите Бога о нас. О преподобные отцы велицы, заступницы скорби, услышатели молитв, угодницы Божией, чудотворцы, за сими Савватия и Германи, не забудете, як уже обещастися, посещати чада ваша, а ще бути дості от нас тілом, но духом присно з нами пребуваєте. Молимо, бо ви, о преподобні, і збавите не от огня, от нашествий іноплемінникові між усобної брані, от відпорних вітру і от напрасної смерті, і от сих прилог обісовськи, находящися на них, услышите нас, грешних, і прийміте молитву сії моління наше, як укаділа благовонне, як у жертву благоугодну, і душа наша злими діли і совіти, і помислом межвинне оживіте, і як уже умерши от рукавиці восстависне, як уже не із сильних ранах многих исцелисте, о духовне чистость для мучимых избависте, так и нас, одержимого уза вражи измите, и от сети дьявола избависте из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны, благодатью, силой си святые Троицы, всегда ныне и присно, и во веки веков.